что ты делаешь? Это же серьезная организация, серьезный праздник. А ты что делаешь? Каким же образом? Интересно. Калядовать, что ли? Да, конечно, покалядовать хотел. Тоже нет. Тут работали такие светилы науки, а ты со своими калявками, а? Вот не стыдно? Немного. Хочешь сказать, приехал много гостей? Да, из разных стран, из разных мест. Вот и хорошо. Значит, я думаю, начнем со своего доклада. Минут на 40, коротенько, коротенько. А если с разных областей, то я думаю, что сначала мы прочитаем на русском, потом прочитаем на польском. Какой же я еще знаю? Испанский, итальянский, но думаю, к утру разойдемся. Согласны? Да. Тогда начинаем. Вот мой докладик. Что ж такое? Итак, Рождество. Многие люди считают, что это уже светский праздник. Но никто еще не знает, насколько глубоки корни этого праздника. И насколько сильны традиции празднования этого праздника. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, с чем может ассоциироваться Рождество? Вот с чем у кого ассоциируется? С днем рождения! Так, елка, день рождения, еще? Да? Да. Кто? Гусем. Гусем, правильно. Как еще? С подарками. С подарками, правильно. Но еще вдобавок к всему прочему, наши современные люди считают, что Рождество вполне возможно можно ассоциировать с празднованием Нового года. Вы согласны? Да. Ну, сначала Новый год, потом чуть-чуть отдохнули Рождество, потом старый Новый год. У каждого на столах что? Оливье. Оливье. Значит, это можно? Да, правильно. Вера, на столах еще что есть? Шампанское. Шампанское, верно. Ну, еще что? Мандарин. Правильно. Но никто не догадывается, что Новый год и Рождество празднуют не только в России, но и в других странах. А вот об этих традициях сегодня мы с вами и поговорим. Я вижу здесь много людей, любящих всякие поездки, приключения. Ну что же, начнем. Начнем мы с чего? Так, здесь мне помощница что-то написала. Так. Лишь у нашего народа с праздниками все не так. Два Рождества, два Новых года. Я между ними как? Дурак. Кто это написал? Тоже мне вечно подставляет. Ладно, посмотрим, что будет дальше. От этой праздничной запарки с ума сойти не мудрено. Кому, когда дарить подарки и на какое Рождество? Я ведь праздников не против. Я расположен к ним душой. Но дайте все же на работе, от них мне отдых небольшой. Ну, это, наверное, было лирическое вступление. Сейчас найдет Зуйнюс. Итак, интересная традиция существует в Болгарии. Гости, родственники собираются за новогодним столом, и во всех домах на 3 минуты гаснет свет. Время, когда гости остаются в темноте, называется минутами новогодних поцелуев, и тайну которых может хранить темнота.